В Румынии празднуют победу. После многодневных протестов правительство согласилось отменить акт о декриминализации некоторых преступлений. Законопроект предусматривал амнистию нечестных чиновников, правда, в том случае, если ущерб от их деятельности не превысил 48 тысяч долларов. Кабинет министров соберется на чрезвычайное заседание по отмене сегодня, говорит румынский премьер-министр Сорин Гриндяну. Я услышал голос улицы. Я не хочу и не могу делить Румынию. Мы проведем внеочередное заседание в воскресенье, чтобы отменить указ. Вы понимаете, и найти законный способ, чтобы убедиться, что он не вступает в силу. Накануне около 300 тысяч демонстрантов собрались на акции протестов по всей стране. Почти половина из них вышла к зданию правительства в Бухаресте. Впрочем, митинги прошли мирно. В конце манифестанты уже праздновали победу, говорит участник акции. Pentru noi e foarte importantă victoria în această seară, deoarece, din punctul meu de vedere, oamenii și-au dat seama din interiorul guvernului ce ne dorim cu adevărat și toate aceste veniri ale noastre în fiecare seară la guvern. По официальной версии, Кабмин изначально одобрил законопроект, чтобы освободить переполненные тюрьмы Румынии. Однако местные СМИ находят политическую подоплеку. В последние годы за решетку попало слишком много социал-демократов. И по странному совпадению, именно к этой партии относится премьер Гриндяну, главный защитник амнистии. Так что его противники говорят, он просто хотел выпустить своих коллег на свободу. Теперь документ будут дорабатывать совместно с судом, говорит румынский премьер-министр Сорин Гриндяну. Vom găsi calea legală, abrogarea, prorogare, ca să nu intre în vigoare această ordonanță, ca să fiu cât se poate de clar. De asemenea, vreau să vă spun că